Всем привет! Сегодня мы продолжаем говорить о рекламном проекте без вложений JobPlanet. И сегодня мы с вами поговорим о том, как можно на свои деньги, да, или ввести деньги и подать рекламу. Значит, для тех, у кого, допустим, ну, для тех, кто хочет здесь прорекламироваться и, в принципе, нет на внутреннем балансе денег, вам нужно пополнить. Для этого вам нужно зайти в раздел с левой стороны, пополнить рекламный баланс. Вот он у нас. Значит, здесь можно пополнить с помощью Робокассы, Pair, Perfect Money, Интеркасса и с основного баланса. После того, как вы пополните свой баланс и у вас уже деньги будут, вот здесь он, да, будет рекламный баланс. Значит, у вас деньги будут на рекламном балансе. В моем случае я заработал здесь внутренние как бы деньги, да. И я нажимаю пополнить и сейчас переведу деньги с основного баланса на вот так вот. Я переведу на рекламный баланс. Пополнить. Все, вот у меня денежка 5 рублей. И теперь давайте дадим задание. Значит, рекламировать мы можем посещение. Значит, здесь мы ставим свой сайт. Так, нет, вот добавить сайт. Значит, пишем название, ставим ссылку, короткое описание, выбираем таймер 5-15-30 секунд, пишем сообщение небольшое. Так, ограничение показывает человеку, то есть тут настройки, сколько в сутки, да, то есть, ну, конечно же, лучше, ну, здесь как реклама работает, то есть, показывая рекламу, вы можете, конечно, показывать много раз человеку, да, и здесь вот есть показывать в минуту сколько раз, допустим, есть даже такое вот. Так, таргетинг есть, можно выбрать страну, можно выбрать конкретно какой город и даже задать, какой пол может смотреть. И нажать сохранить. Вот, значит, цены 5 секунд 4 копейки, 15 секунд 0,6 копеек, 30 секунд 10 копеек. Дальше, здесь есть поп-ап, всплывающие окна. Значит, также самое здесь ссылка. Сколько раз показывать человеку в сутки, показываем минуту, выбираем и таргетинг, нажимаем сохранить. Значит, один переход 8 копеек стоит. Так, тизерная реклама, рекламный текст, ссылка, таймер, выбираем картинку, также самое, количество показов в сутки, время, вернее, количество показов в единицу минуты и таргетинг, и нажимаем сохранить. Расценки 5 секунд 3 копейки, 15 секунд 4 копейки, 30 секунд 5 копеек. Так, баннерная реклама, давайте посмотрим, ссылка, таймер здесь есть, 10-20 секунд, изображение выбираем. Так, показывать человеку так же самое, да, вот сколько раз в сутки показывать, сколько в минуту показов, таргетинг можно выбрать и, значит, расценки 10 секунд 3 копейки, 20 секунд 4 копейки. YouTube. Значит, здесь мы пишем название, оставляем ссылку на свое видео, краткое описание, выбираем таймер. Даже смотрите, да, то есть есть разные 5, 15, 30 минут, а 1,5, 2, 2,5, даже до 4 минут. Вот, пишем какое-то сообщение небольшое, что это за видео. И, в принципе, сколько можно, да, показов человека в сутки. Вот, допустим, один показ, да, в сутки каждому человеку, или там по несколько, сколько показов в минуту делать и таргетинг. Значит, расценки вот 5 секунд 6 копеек, 15-20 копеек, 30-40 и так далее, то есть 240 секунд 3 рубля стоит. И есть, конечно же, задание. Вот задание, здесь есть репосты, лайки, ретвиты, есть подписчики, подписчики на YouTube, канал, Twitter, фолловинг, подписка, Instagram, работа на сайте, выберите, что вам нужно, регистрация на сайте или активность. Ну и репосты, лайки, ретвиты. Вот, то есть в зависимости от того, что вы выбираете, ну, давайте выберем подписчики, посмотрим, что здесь. Название, тариф, допустим, вот, подписка на канал 1 рубль стоит, а подписка в социальных сетях 1,5 рубля. Вот такие вот, в принципе, есть задания, которые можно дать. В принципе, если вы рассматриваете этот сервис как рекламную площадку, заходите, смотрите по ценовой политике и, в принципе, если вы, в принципе, что-то выберете для себя, можете обязательно здесь прорекламироваться. Значит, в данном видеообзоре мы с вами рассмотрели, как пополнить баланс извне, какими системами, как пополнить баланс с основного баланса, данный рекламный баланс, перевести деньги.
Так же само мы с вами рассмотрели, какие виды рекламы здесь можно давать, какие расценки есть. Ну и в принципе, далее вы уже выбираете, нужна вам эта рекламная площадка или нет. Если вам понравилось данное видео, обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за новыми видеообзорами.